Здрасте. Еще раз. Мы идем гулять. Мы идем сейчас на кататься на кораблике. Потому что вчера у нас маску. Чего? Маску. Ничего у тебя маску. У меня нету. Ничего. Тебе нужна? Да, в принципе, нет. А вдруг куда-нибудь это потребуют. Вон здесь есть маска, да? Одна? Забыла. Идем кататься на корабликах. Что-то я уже забыла. Вчера, кстати, вообще маску нигде не надевала. Вот, как-то все легко прошло. Вот. Сейчас мусор надо выкинуть. Взяли с собой он морс. Допьем. Да, да. А, сбор мусора. Ага. А вот, сейчас идем, короче, гулять. Покатаемся на корабликах. Вот, ну и все покажем. Вот такой вот отель наш. Отель называется Yes Marata. Это апарт-отель. В городе Питер. Один из самых хороших. Кстати, он абсолютно новый. Посмотрите. Вот, ему меньше года. Как он открылся. Это вот ресепшн. Такой крутой. Ну, а номер я уже показывала. А снимали мы его, кстати, на Airbnb от хозяина. Потому что если снимать непосредственно в самом отеле, это будет очень дорого. Там мужчина один считал. Говорит, 11 тысяч стоило. Ночь. Вот, а у нас получилось как 3000. Все больше. Так вот отель выглядит. Вот. Мы сейчас возьмем такси и поедем кататься на корабликах по Северным островам. Это последний маршрут, которым еще не катались. Кстати, очень вкусный морсик. Очень вкусный морсик. Такой вот красивый отель, прям вообще. Ну, кстати, вот это Рыжий Рори, крафт-бар, где мы отмечали Вовкин день рождения. Тоже, кстати, неплохой бар. Хорошее пиво. Все, даже, в принципе, голова не болела. Вот, кто приезжает, имейте в виду. Вот, можно бронировать на Airbnb, но советую, так сказать, бронировать заранее. Вот, желательно там за 2-3 недели, потому что, в принципе, быстро очень разбираются номера в этом отеле. Вот, так что имейте в виду. Такие дела. Да, пробки в Питере прям жуть. Как в Москве. Откуда приехали? Из Нижнего Новгорода. У нас таких. У нас тоже пробки, но. Только в час 3. Это срок. 5 до 7. Это не пробки. Это мы еще едем. Мы еще едем, да? Нормально, причем едем. Слава богу. Тем не менее. Не, просто улочки узкие. Ну, центр исторический, то есть сезон пропованов 3-4 ряда. Ну да. Так, мы вчера ехали там. Плюс этот форум. Водитель не испугался. Че? Это ехали через эту. Какая вот. Забыл. Короче, через какой-то переулок там. И че ругался? Это в 2 ряда поставил кто-то. Там место есть. Ну да, да. А прям посередине дороги. Вторым рядом стоит. Ну да. Тоже здания такие красивые, друзья. Бассейн, банкетный зал, отель, конференц-зал. Блин, центр какой-то. Теннис, фитнес. Эх, пробки в Питере просто жуть, ребята. Думали, за полчаса успеем, я не знаю, вот сейчас успеем, не успеем. В общем, короче, несемся. По-моему, корабль еще стоит. Если успеем, то здорово. Если не успеем, то будем ждать следующего рейса через 2 часа. Несемся, бежим. Вот наш причал. Отсюда, кстати говоря, все отходят. Корабли. Вот так вот. Все дела. Сейчас посмотрим, может успеем. Да. Проверяю, короче, температуру. Всех. Он вроде стоит. Сейчас посмотрим. Ребятки, опоздали мы. Все-таки прям вот чуть-чуть, 10 минут опоздали. Вот эти пробки в Питере, они, конечно, жуть. Так что имейте в виду, что лучше вообще заранее ехать. Тут пробки, как в Москве. Нужно было вообще за час. Мы ехали где-то 30 минут, путь, который должны были проехать за 15 минут. Вон та самая корешка, на которой мы должны были ехать сейчас. 3 часа. Но она у нас ушла. К сожалению. По волению. Кстати, тот корабль-то, который... Чё? Он тот корабль, который этот... Да. Должен быть. Да? Да, и, кстати, билет нам обошелся в 450. Вавано. Один, да, Вавано. И мне 765, да. А причем, как я поняла, старый билет она забрала.
один. Да? Дай-ка. Мне же отчитаться надо. 15% ну, да. Скидка она сделала. Билет старый. Какие дом? То есть на каждый билет 15%, то есть на ну, да. одного человека. Ну да, в принципе, можем завтра еще покататься со скидкой. Время будет. Ты предъявишь свой старый билет? Петергоф. Да. Вот видите, отпад. Петергоф. Ну прям завтра нам в Петергоф. Да. Утром есть. Ну, завтра можно, кстати. Да, посмотрим. Так. Вот. Но Чарли можно туда это, прислонить билет и пройти туда дальше. А что там делать? Ну, там а что там делать? Там делать нечего. Делать, там... Пойдем погуляем по набережной. Что нам, 2 часа еще гулять? Сейчас, может, в каком-нибудь кафешечку куда идем, кофе попьем. Жрать пока не хотим. Надо кофе попить. Вон у нас морж заканчивается. Какие все-таки красивые у них тут кораблики. Кстати, она предложила так, сказала, что, в принципе, когда мы подошли, она говорит, еще места есть, но остались только в бизнес-классе, столики. Она говорит, если у вас там кто-то именинник, можно там 50% скидку. Спросили, а сколько стоит столик? Там вот видите, столики там спереди. Короче, столик стоит, знаете сколько, 12 тысяч рублей. Ну, такие, ооо, нормально. А вот это, кстати, получается, как у нас метеор, да, и вот это вот спереди бизнес-класс. Там, кстати, видишь, такие прикольные, прикольные такие эти, как их там? Здесь, да, чай, кофе. Да, нет, чай, кофе, еще сиденья, смотри, какие красивые, да, как в самолете, на кресло. Кресло, кресло. Да, в общем, метеор закрыт. Бизнес-класс. Да. А там не хуже, кстати, кирпич. А в центре лимит это не очень богат. Да или не очень богат. Туда, куда хотел меня посадить Вован. Чего? Самый дешевый сзади. Ну да. А не ну, в ладно. Середине. Короче, мы чуть-чуть опоздали, но. Эконом-класс это сзади вам. Теперь есть VIP-класс, есть бомж-класс и есть эконом. Нет. VIP, эконом и бомж-класс. Не, ну как-нибудь прокатимся на метеор. У нас, в принципе, тоже ниже месяц, да, эти метеорды. Тоже они там куда-то ходят. Нет? На борт. Богородск. Ну, у нас это новые, они маленькие, они такие ну, большие. Да. Ладно, пошли, короче, гулять дальше. Они у нас оранжевые. Что здесь стоит? Называется Валдай. А это старые постройки. Пошли. Советских времен. Пошли гулять. Выгуливайте меня больше. Вон, видишь, как люк открывается, что, чтобы продувало. Ну, да. Все, погнали. Вода. Пынь. Все-таки красиво в Питере. Сейчас идем на Дворцовую площадь. Хотим там прогуляться маленько, посмотреть, что как. Так, фонтанчики. Это, кстати, тот самый Эрмитаж, в котором мы были. Советую побывать. Очень интересно. Очень красиво, но долго-долго. Фонтаны. Остужается, охлаждается. Относится. Здорово. Убрали здесь леса эти практически, которые были. Вон только вот одни остались. Все открыли Дворцовую площадь, можешь спокойно гулять. Велотакси, да. Ну здесь не только велотакси, здесь еще вон на лошадях можно прокатиться. Ну кстати, на лошадях мы, по-моему, узнавали в прошлый раз очень дорого. 2000 или что-то такое вот. 15 минут. В общем, приличненько. Ангел тоже, еще один из. Да, ряжные, кстати, вон они ходят. Всем предлагают сфоткаться. И на автобус, кстати, поехал. Че ты без пени? Только королевы. Ну, что-то снимают. Баскетбол. Вертолет. Классно. Сейчас хоть все видно, а то все было закрыто. Вон, видите, ряженые. Ну и хотя бы костюм такие красивые, играют. Пойдем постоим, посмотрим.
Там для телевидения мы тоже снимаем. Потом денег кучу попросит. Ну нет, просто мне кажется, нужно сразу говорить, что это платно. Вот так вот встал. Типа как королева. Вот он, ангел. Хорошо видно, да, сейчас он? Прям шикарно. А что такое повисло? Сцена, что ли, была? Сверху? Или организовывают? Разбирают. Разбирают? Какая красота в Питере. Красота. Питер. Красота. Хорошо, не едем. Это было бы жарко. Лампа не горит. Да. Народ сидит прямо тут. И врут календари. А здесь она моет, да? Прямо с этим. Здесь машина. Мылом. Если ты давно ходила, что-то мне сказал. Какие голуби красиво сидят. Ух ты, вообще. Здорово. Супер. Спасибо. Классный. Так, я думаю, здесь посидеть маленечек. Мороженку взять, кофеечек. О, капучинка. Мороженое тут вроде как было. Солнце зайдет. Все, ходили-ходили. Сели, короче, в кафешечку. Сидим мороженку. Жуем. Так вот. Взяла мороженое Магнат. Кстати, обошлось это 497 рублей. Еще лимонад взяла. Типа мохито. Вот такой. Со льдом сделали. Ну что так? Потом тенечка нет вообще. Приходится на солнце сидеть. Хорошо так поет. Мужчина. Здорово. С это. С погодой, конечно, повезло. В Питере. Супер. Видите, с голубями даже ход вытал. Я подошла такая, спросила. Кофе у них нет. Пока. Не поставили воду, что ли? Ну да. В общем, имейте в виду, что в Питере огромные пробки. Вот, если куда-то ко времени едете, лучше пораньше. То есть в противном случае можете, как мы, попасть в просак. Вкусно. С таким видом на Эрмитаж. Это супер. Красота. Здесь вот это. Там, да, эти окна. Ага. 2, 3, 4. Это золотая гостиная. Золотая гостиная вот эта, да? На втором этаже, да, по-моему? Да. Я тоже вот ходил. Знаю, где еще как-то гулял, где я. Понятно. Вообще нигде тенька нету. Хотя, может, попозже здесь будет тенечку. Будет здорово. Здесь уже не будет. Да? Здесь будет. Ну ладно. Слава богу, хоть убрали. Может посмотреть спокойно этого ангела, который здесь. В столпе. На столпе питерском. Тут здесь все было. Первые дни, когда приехали, все было заставлено. Здесь концерты проходили какие-то. Вот, и подойдешь. Сейчас нормально. Можно погулять. Он уже даже и играет музыку. Красота. Ну что, вот прошел практически уже час. 46 минут. Сейчас. Да, 46. Вот, можно будет. Еще подождать. Немножко. Пойдем сейчас прогуляемся. Он по вот этому вот. По вот этой вот штучке. Вдоль, все. Вовчик, ты живот разболелся. Что, у тебя болит до сих пор? Водички вот попить. Водички? На, попей. А, обычные водички? Давай зайдем в магазинчик, купим водички. 119 здесь. Поменьше, на сколько? Ну, иди купи. Иди купи водички. Не знаю, у меня вроде все хорошо. Но, правда, я утром выпила этот свой, таблетку свою. Микрозим. Кстати, ты свои таблетки не выпил, да? Да. А я свои тоже, по-моему, не выпил. У меня же там витаминки. Пью-то я витамины.
пойдем вот это выпить обязательно. Может, тебе из-за этого болит? Изжога. Изжога? У меня, кстати, тоже от пирога была изжога. Из-за этого и болит. А сейчас, в принципе, нормально. Ну, иди водички купи. Обычные. У меня холодненького не хватило. Маленький. Пей, мой хороший. Пей, мой хороший. Я говорю, вот мне ребенка-то прям надо. У меня уже такой опыт большой. Капризы исполнять, детенка. Кушай. Холодненькая, специально взяла. Куруску будешь? Куруску нет. Сам ешьте. Сам ешьте. Холодненько, давай кушай. Жалко, здесь посидеть негде. Кстати, вот хотела здесь воду купить, а у них очередь большая. А я там пошла в этой лавочке, купила по 100. Тоже так же. Два шага сделать. А. Я хотела и стояла в очередь, говорю. У меня 7 минут занята. Ну, окей. Ничего. Полегче становится. Блин, кукуруза воняет. Я думаю, может, кстати, кукурузой. Худогом воняет, и что? Нет, худог я не хочу. Кукурузку я усилю. Ну, это порядок. Почему кофе нет, если они уже открылись? Афига. Кофе нет. У них здесь есть айс кофе, кстати. Есть? 150 с чем-то рублей. Вон. Да, видела, я видела. Отлично. Уличная еды, кстати, есть полно. Ну, такая вот она уличная, вот чисто вот эти палаточки стоят. Там хот-доги делал, кукуруза, вода. Ну, хоть холодненькая. Прохладненькая? Да. Тебе это что, это от пирога, что ли? А у меня, кстати, тоже была небольшая жога, но у меня прошла быстро. Давай. Реанимируйся и пойдем дальше. Ой. Нам часик еще нужно гулять. Замерла. Мы в отеле-то практически не сидим. Проснемся, покушаем и шарахаться. С самого утра мотаемся. По сути, так оно и должно быть. Воздуха надышались, находились. Больше, чем дома. Не, ну а дома-то что ты? Да дома-то, понимаете, дома не интересно. Дома ты уже, в принципе, все видел. Кажется, что вот оно, куда надо, туда сходил. Дома неторопливо. То есть ты вот, например, наметил что-то, вот сходил и все. А здесь вот нужно успеть, нужно время. Да, потому что у тебя время достаточно. Да. Нет, я просто думала же это. Почему я хочу вот именно за границей пожить? Голуби, да. Голуби вообще борзые. Не, я почему хочу вот именно за границей пожить? Чтобы вот не торопиться, чтобы не было вот этой вот спешки, чтобы вот эти вот экскурсии по расписанию через день. И ты, блин, хочешь, не хочешь, у тебя все мысли и эмоции стираются. Потому что вот. Потому что мне кажется, когда очень быстро торопишься, очень быстро все стирается. Вот так вот. Все, у меня все выпито. Может, сейчас лед подтает. Давай. Такой. У зайчика боли, у медведя боли, у Вовчика не боли. Давай. Давай ты мой халёсик, давай погладим. Тебе животик мой халёсик, давай. Не боли. У птички боли, у собачки боли, у Вовочки не боли. 20 минут. Нет, 5 минут. 5 минут, что? Портрет 20. А вообще лучше, чтобы никого не болело. Главное, чтобы счастье было и здоровье. Да. Ну, Вовчик, чтобы не болел. Давай. Берем так. Раскидываем все. У кого? Все, убираем. Все, давай. Мы хорошие. Давай. За ушком почешу. Пей водичку, пока холодненькая. Давай. Сейчас надо туалетик искать. А то ребеночек-то надо это. Сейчас надуется воды-то. Начнет искать вместо силы. Ой, короче, прикалываемся до второго. Очень давно я на нем. Он был какой-то просто. Соскользнул. Куда я тебе говорю, я хотела сесть, а там, извините меня, на Хакина. Кто-то уже место занял. Голубь занял. Ну, вот так. А еще квас все разливной? Или пиво это разливное? Квас. Понятно. 200 рублей. Квас 200 рублей, стаканчик? Да. Сейчас прям совсем. Дикие цены. Квас. Дикие цены на уличную еду. За, блин, 200 рублей, пусть 2 литра. Да. Ну, цены, конечно, вот я серьезно говорю. Вот у меня сколько лимонад получился, 200 рублей тоже вот этот вот лимонадик. Ну, что так вот, прикольненький.
вода 100 рублей, кукуруза 150, что там, хот-дог, по-моему, 200 или 250. Ну, это ради такой вот уличной вот еды. Вот мне корч, кстати, понравился из уличной еды. Вот это вот, 300 рублей. Ну, там, в принципе, порция такая крупненькая, хорошая. Да, можно. Вот, так что насчет уличной еды, в принципе, здесь есть, но в Азии было бы круче. Так и дела, так и дела. А, голуби красивые. И вид красивый. Вообще все красиво. Вот такая уличная еда. Она очень сильно здесь распространена. Хот-дог 250, кукуруза 150, большой 319. Вода 100 рублей, лимонад 150. Что имеете в виду? Вот, вот такая вот еда, она с кукурузой, она вот прям вот на каждом шагу, вот такие палаточки, лавочки. Вот. В основном это такая вот еда. Мы пробовали, ну, так есть можно, но лучше на самом деле в хорошем месте поесть, в другом. Вот. А уж решать. Остальное вам. Ладно, ребятки, идем дальше. Такая штучка прикольная. Крутится. Панорамная. GoPro-шка. Первый видеоролик уже через 10 минут. Ссылка на видео пришла из наших аккаунтов. А это платная штучка. Понятно. GoPro-шка. Типа встаешь вот здесь в центр, засыпай, и тебя по кругу снимает. На руках у меня засыпай. Вот, а кстати, можно свою камеру прикрутить. Засыпай. Попение дождя далеко. Там, где небо кончается. Это для тех, кто смотрит до конца, ребятки. Вот такая погода классная. Ты найдешь потерянный рай. Потерянный рай. Во сне хитрый демон, он может пройти сквозь стены.